На реконструкцию и ремонт автомобильных дорог областного значения в этом году выделено почти 20 миллиардов тенге. На эти средства должны отремонтировать 91 километр. В их числе такие приоритетные проекты, как Бурлин-Аксай-Жымбеты, реконструкция автомобильной дороги Чапаева-Жангала-Сайхин протяженностью 61 километр и Барбастау-Акжаик-Индер. Все объекты являются переходящими. Общая протяженность автомобильных дорог области составляет 6183 километра, из них республиканского значения 1421, остальные местного. В текущем году запланирован ремонт свыше 576 километров дорог на общую сумму порядка 85 миллиардов тенге. Так планируется завершить ремонт дорог по направлению Касталов-Кожанебек, граница Российской Федерации, Онеге-Бисен-Сайхин. Продолжится реконструкция трассы Подстепная-Федоровка, граница Российской Федерации. Не остались без внимания дороги районного значения. Реализуется 39 проектов, в том числе с 2023 года 9 переходящих. На 2024 год выделено 14,3 миллиарда тенге, на которые планируется отремонтировать 213 километров дорог. По программе АОЛ БСГ и развитие моногородов реализуется 36 проектов. Это ремонт и внутрипоселковых, улиц, населенных пунктов. На эти цели в этом году выделено 8,7 миллиарда тенге. От ремонта дорог напрямую зависит развитие транспортной системы и качество пассажирских перевозок. Так, на сегодняшний день в области 4 международных маршрута на Самару, Оренбург, Тольятти, Саратов. Курсируют также межобластной автобус в Атырау и 24 районных. Кроме этого, возобновлены маршруты из Уральска в Касталовку и Жымпиты. Появились новые направления в поселке Сараумыр, Камысты и Сайхин. Также увеличился объем субсидий на перевозки. На 2024 год выделено 400 миллионов тенге. На сегодняшний день 14 перевозчиков получают субсидии по 17 маршрутам. В целом субсидии социально значимых маршрутов в районный центр обеспечил доступность для малообеспеченных слоев населения. Там студенты, пенсионеры, инвалиды и так далее. И способствовал решению социальных проблем. Благодаря субсидиям и поддержке акимата области обновляются автопарки перевозчиков, обслуживающие межрайонные маршруты. В период с 20 по 24 годы уже приобретены 17 новых автобусов. Кроме этого, субсидируются социально значимые железнодорожные перевозки, такие как Уральск-Семиглавый Мар и Уральск-Шыңгырлау. На текущий год выделено 209 миллионов тенге. Что касается авиаперевозок, на сегодня самолеты летают по 9 направлениям, 6 из которых внутренние рейсы. Стало известно, что уже разработана проектно-сметная документация на реконструкцию искусственных покрытий рулежной дорожки А и перрона в местном аэропорту. Общая стоимость разработки 71 миллион тенге. Документ прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Олег Великий, Рустам Ищанов, Кенжебек Салыхов, Акжаик Акпарат.